Муром прекрасный город, мы рады сюда приехать. И вот праздник хорошо восстановили, это праздник любви, связанный с народом, с этими народными сказаниями. Мы же пытаются навязать праздник влюбленных 14 февраля. Он не наш, Святого Валентина, причем это все у нас свои есть. Вот, поэтому это очень хорошо. И надо, чтобы это был постоянно. Фестиваль летний. Я бы даже еще предложил бы, чтобы в этот день все в ЗАГС подавали заявление. Вот я женихов я привез уже. А у нас и подают. Вот женихи. Женихи. Да, и мы, так сказать, завтра же давайте начнем в ЗАГС заявление писать. И обязательно, обязательно. Так что всех с праздником. Всех вас любим. Жители Мурома, вся Владимирская область. Она мне близка, потому что имя, название хорошей области.